Итак, ребят, всем привет! У нас ночные выходы начинаются. Сегодня открываем сезон в большой компании. Недалеко ушли. Да, вот машины стоят. Ну непонятно, что. Да, какие-то рукоблуды. Как их назовем? Это трешка Николая, смотрите. Хороший бодрый сохран. Ребята, а вы никогда не угадаете, что я нашел. Медалюха. Так, сейчас попробуем посчитать. За взятие Кёнигсберга. Вечная слава героям Великой Победы. Вечная память героям. Так, ребята, привет! Начался новый день, у нас ветер, пацаны в лагере лечатся. У нас приехал Михалыч, поднял несколько находок. Я зацепился за один фундамент, зацепился интересной находкой. Вот такой вот екатериновский пятак. Когда он был, ребята, в земле, когда он был грязный, он был шикарный. Но когда я его немножко почистил, вы сейчас увидите и будете в шоке. Ребят, смотрите. Сейчас я вам покажу. Вот он этот пятак. Поле сгоревшее. Ходим. Вот он пятачок. Вроде неплохой, да? Но когда я почистил его после грязи, смотрите, что получилось. Бах! Вот такой вот огрызок. Да-да-да, вот такой. Печаль печальная. Помните, да, как я аналогичную крупную монету поднял с тремя дырками? Кольцевик пятак. И вот тоже печалька печальная. Ладно, ходил я сейчас за камерой. Тоже немножко подлечился с пацанами. Кингу вон сладкую косточку взяли. Вот. И вот здесь вот, ребят, у меня находка. Пришлось за камерой бежать. И это у нас, ребята, 1/2 копейки. 1899 год. Николай II. Вот так вот. Буду здесь, наверное, на этом фундаменте. Если будут хорошие находки здесь, буду продолжать и пацанов позову. Вот, так что вот так вот пока. Неплохо, неплохо утро начинается. Итак, ребят, вот в этой ямке выпал кругляшок. Кругляшок. 24-й год. 2 копейки. Ну, сохранчик, я вам хочу сказать, неплохой. Хороший, хороший. Зачетный. Сигналов здесь много. Достаточно много. И глубокие есть сигналы. Но копаю пока четкие. Потом гвоздик включу и буду еще проходить внимательней. Зачетно, зачетно. Кинг, ты покушал? Аккуратно. Вот, так что ладно, зачетно. Итак, ребят, продолжаю ходить все по одному и тому же фундаменту. Он достаточно большой оказался. И вы знаете, монетку я уже в руки брал. Тер. И как вы видите, белый металл. И очень приятно то, что это чистое серебро. 1872 или 73 год. Ну, это серебро. Царское, чистое, не белончик.
15 копеек. Зачет. Классно. Уже полчаса хожу по этому фундаменту. Находки радуют. И мы будем дальше ходить. Зачет. Поля, ребята, подгорели. Здесь каждый год практически сжигают. И это нам на руку. Меньше клещей. И очень приятно ходить, верховые собирать. Ребят, стараюсь прятать камеру от ветра. Ветер сильный. Вот. Вот такая вот выскочила пуговка. И очень интересно то, что это пуговка на пушках. Орлянка на пушках. Нечастая вещица. Если я не ошибаюсь, у меня вообще первая за все время орлянка на пушках. Вот, так что вот так вот. Зачетно. С ушком. С ушком. Сразу видно, что домовой сохран. Видите, да? Пойдет. Вообще класс. Класс, класс, класс. Там он Михалыч зашурфился. Вон там он. И он кричал, что поднял пятак. Что за пятак? Николаевского образца 1876 что ли, года. Так что вот. Но мы пока с екатериновским пятаком. Ладно, продолжаем. Ну что, ребят, очередная монетка. И я уже издалека вижу, что это серебро. Вот такая серебрушечка. 15 копеек. 1923 год. Вот такая вот красавица. Сохранчик хороший. Очень хороший. Прикольно? Зачетно. Вот. С Михалычем рядышком. Кстати, ребят, у Михалыча. Здорово, здорово. Тоже, ребята, ваниш появился. Ваниш. И у него находки хорошие. Чуть позже покажу. Ну, а у меня вот такая серебрушка. Зачет. Класс. Ну что, Илюха с сыном отличились, да? Санек, ну расскажи, как ты ее нашел? Шел, шел, сигнал, да? Начал копать, папка подбежал, да? Все подошли, и вот она нарисовалась. Долгожданная, блин. Двуглавый орельчик. И деньга. 51 год. 1751. Зачет. Зачет. Ну все, Илюха не уезжает, да? Я остаюсь. Я буду здесь жить. Ну все, поздравляю. Итак, ребят, вон там у нас молодой комрад Сашка. Поднял деньгу. Опять он бегорил своего отца. И вот у меня тоже, смотрите, монетка. Монетка. Царская копейка. 1900 какой-то год. Третий вроде. Второй. 1902. Ну, неплохой такой. Зачетно, зачетно. В общем, бригада ух там, на фундаменте. А я все кружусь по этому фундаменту. Зачетные, между прочим, если его разработать, я думаю, находки будут. Будут. Но спина у меня болит, ребята. Ладно, верховые пока пособираем. Ребят, копейка. Иду, иду по чьим-то следам, прям в аккурат. И вот смотрите, выпала монетка. Скорее всего, двушка. Двушка. 24-й год. Зачетно, сохран хороший. Двушка 24-й!
Вот так. Ай! А, молодцы! Пацаны там тоже на фундаменте стали монеты поднимать. Хорошо, я верховые, а они шурфят. Фух, ладно, продолжаем. Ребят, решил стенки подрезать, где рустик, где шурфил. И вот выпала очередная пуговка. Это у нас пуговка-орлянка. И уже третья, ребята. Третья. И сохранчик. Ох, какой хороший. Ой, какой хороший. Блять, я бы зашурфился, блядь. Да его надо, да, зашурфить. Потому что находки прут и прут, ребята. Прям сплошь и рядом. Ладно, поживем и видим. Итак, ребята, время уже вторая половина. И вы знаете, многие, наверное, местные жители могут подумать, или что, что здесь все горит, что это рук дел кладоискателей. Нет, ребята, это рук дел местных. Вот в данном случае при нас сейчас были два очага. Зажгли за моей спиной, как вы видите, все горит. И впереди вон там он тоже. В общем, ребята, это все делается местными жителями для того, чтобы, я даже не знаю, весь кустарник весь сжечь. И вот такая вот плачевная ситуация. Плачевная. Куда смотрит природоохрана, не знаю. В общем, вот так вот, ребят, происходит. Все это я зафиксировал на видеоотчете, так что машина была Приора, десятка с прицепом местные. Так что ладно. Ну а мы, если что, откопаем, покажем. Ребят, комрад подъехал поздороваться, ну и похвастаться, ребята. Одна из приятных находок. Вот такая вот царская пряжка. Причем все зацепы на месте. Да. Прям как новая будет. Я здесь находил, только у меня домой привез, и эти вот отвалились тут же. Тоже хорошая, и вот дальше там шурфили. Вообще классно. Ну, год 4, наверное. Это одна из сегодня приятных находок. Капуста. Дальше. Капуста. Серж, на, подержи, Серж. Ну, капуста это банально. Да, двушка низкопрофильная. Низкопрофильная двушечка. Ну, довольно-таки неплохого сохрана. Алексашка второй. К сожалению, будет умрет, да. Умрет. Копеечка 40-го на каком-то шурфе прям сверху. Ой, лежала. Прям хорошая сохранчик. Я, кстати, люблю по шурфам. Не у всех все монеты выбирают, и вот ходишь и. И вот сегодняшняя, ребята, бомбочка. Вот такой вот серебряный Николай. Полтинник. 1897 год. Отчет. И пятак, 1881 год, к сожалению, с утратами. Так, ну, крестик. Крестик, потом конина. От перстенька. Серебряный. Да, серебряный. Угу. Ну, пищал хорошо. Серебряный. Ну и какие-то вот какие-то люверсы. Вообще зачем? Ребят, ну вот как надо копать примерно, да? Потихоньку. Прям еле-еле я хожу. Что за прибор? Фишер 75. Во, ребят, Фишер 75. Один из самых лучших. Единственный в своем роде профессиональный. Ладно, ребят, посмотрим. Может, тоже туда сейчас свалим. Ну что, ребят, время подходит к своему завершению. И комрады стали потихоньку разъезжаться. Сейчас Диман уезжает. Все, Диман, пока. Счастливо. Ну, у нас еще бригада ух работает до двух. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще 7 машин. Восьмая уезжает. Все, Дим, счастливо, спасибо за совместный коп. Ай, находки я его не показал, ёпте. Ну, ребята, вот такая сопутка. Комрад, ребята, сопуточку с собой. Смотрите, как. А что, пару тысяч, я думаю, это. Какой пару тысяч? Здесь побольше будет. Здесь нет. Килограмм 200-то есть. Ну, 200 умножить на 2. Я собирал сначала в этот, мешок. Потом, когда вот на этот напал, блин. Тысячи на 4 загрузил. Краса я заберу. Дорогу отбил. Да, дорогу забил. Вот так. Итак, ребят, солнышко садится, и комрады потихоньку уезжают. Вот пришло время показать находки Михалыча, которые в процессе
как откапываются, я вам не показывал, но обзор обязан. Итак, 24-го, двушка 24-го, затем у нас Александр I, царица полей, капуста, 5 копеек 1868-го. Ну, для этого года вроде сохран неплохой. Двушка хорошая вообще, 1870-й будет хорошая. 2 копейки серебром, 41-й. Не знаю, как почиститься, но Михалыч у нас мастер. Низкопрофильная двушка, тоже в окислах. Затем и поменьше номиналом. По советам, пятак 30-й, пятак 54-й, 26-й и этот пятак после 61-го года. Вот так вот Михалыч сегодня откопал, я думаю, неплохо. Ну а сейчас потихоньку к находкам других комрадов. Ребят, находки молодого комрада, Санимок. Батя у него сегодня по нулям. А вот сынулька у него сегодня красавчик. Вот такая вот царица полей, 2 копейки александровские. Вот. Вроде как будет неплохая. Самое, что интересно у него, вот такая деньга, единственная сегодня, 1761 год. Сохранчик хорош, хорош. Шаровая причем. 61-й. А, 51-й, да. Угу. Вот. Ну и советики. Копеечка, год не знай. И пятачок. 45-й копейка и 30-й пятак. 32-й пятачок. Или что это? 30-й. 32-й. Что я не вижу? Да, 32-й. Вот так вот. Шмурдяк он тоже с собой забрал. Ну, пацан есть пацан. Вот такая вот ложечка из игрушечного сервиза. И вот такая вот то ли значок, то ли манжетница, или как она еще называется. И царская вот вроде как пломба. А, ну да, что-то прорисовываются какие-то надписи. Вот так вот у нас молодой комрад сегодня отличился. Ну и следующее по возрастанию, Серега. Вот, ребят, бороды, вот этой вот. Вот это. Самое первое, что у него выскочило вчера ночью. Не первое. Ночью. Не первое. Не первое? А что у тебя первое выскочило? Первое я открыл вообще сезон. Вот. 3 копейки. 3 копейки. А, не, вот это. 3 копейки. Вот здесь поднял. Что это за какого? Копейка Николаевская. Копейка Николаевская, да? Вот такая вот у него тоже красавица. И это надо же над ней так поиздеваться, чтобы вот получилось в виде тарелочки. Вот, Николашка. 2 копейки. Ну, самое ценностное, ребята, вот такая вот медаль у него сегодня. Ночью выскочила. 10 апреля 1945 год. За взятие Кёнигсборга. Хорош, хорош. Тираж невысокий, небольшой, так что медаль действительно эксклюзивная и в коллекции нечастая. Ну вот самая сегодня вкусняшка, я считаю. Класс. А, ну хули я вышел, ну да. И перешел, ребята, обзор моих находок. Эти находки были подняты именно сегодня. Вчера ночью была только одна трешка 1912 года. Следующая, сегодня самая первая, это вот такая вот печалька выскочила. Ну и потом пошли череда находок. Две двушки 24-го, двушка 1908-го, 4 по копейке, советики, вот этот хороший сохранчик, очень хороший сохран. Вот, и два серебра, две пятнашки 23-го года. И это 1873 год. По сопутке сегодня тоже порадовало вот это вот. Это у нас орлянка на пушках. И у меня в коллекции такой нету. И это очень приятная находка. Также две еще одни орляночки. Вот тоже приятный такой. Смотрите, какой сохран. Ай, вообще классный сохран. Вообще чудо. Вот. И крестик печальный. Ночью тоже был. И вот это тоже, я предполагаю, что это связано с церковной, наверное, утварью, потому что имеется частичная эмаль.
синяя-белая. Вот, тоже, наверное, что-то с церковью связано. Вот, и это Нива, и это Нива, и вот это красавица-шедевр автомобиль отечественного автопрома останутся еще на одну ночь. Но мне нужно уезжать из-за того, что, ребята, у меня в квартире ремонт. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать сегодняшний выход. Отдохнули классно, приехало достаточно много народу. Кто-то приехал познакомиться, отдохнуть, кто-то покопать и что-то найти. Было море водки, пиво таз, как говорится. Мясо было в изобилии. Даже Кингу перепало очень хорошо. Сырое мясо, ребята, рагу он перестал есть. Вот, так что сегодня с находками оказались все. Надеюсь, все, кто присутствовал сегодня на копе, получили огромное удовольствие, так же, как и я. Всем спасибо, пацаны, кто приехал, кто все-таки нашел время с нами встретиться, познакомиться. Сегодня были новые комрады. Вот, так что, оказывается, даже, ребята, два комрада встретились, они живут, оказывается, в соседних домах. Представляете, ребята? В соседних домах в Самаре. Ну и на этом, ребята, все. Все. Я спешу домой заниматься электрикой. Я бы остался еще, но, к сожалению, нужно делать дела. Отдохнули немножко. Ну и дела нужно тоже делать своевременно. Так что на этом и все. Всем пока. До новых встреч на Кобе.